Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Всем привет, друзья мои! Мерси, не лето! Ну, я так одела, дома замерзла, дома холоднее, чем на улице. Идем со Шкемом по делам. Может, потом, может, поедем потом. Сначала в банк надо. Банк. Денежку взять. Дениза на море, говорит, идем. А потом хотим, может, поехать в центр торговый, что-нибудь себе купить на осень. А то у меня старое уже я не буду носить. Посмотрите, стройка здесь вот идет таким. Вот кому повезет, кто здесь купит в этом месте. Когда вот только начинают строить, намного дешевле обходится квадратный метр, чем потом. Ну вот. Может, я тоже говорила Шкему, давай, говорю, здесь кредит снимешь и в этом месте, прямо возле нас, наш дом. Ну, мечты. Ну, посмотрим, да. Поживем, увидим, пока он будет строить. А мы, вот такие у нас планы. Еще там надо моим внукам что-то купить, посылочку отправить, так как я не выхожу. В общем, все в делах. Погода замечательная, хотя я знаю, что через 2-3 часа уже будет прохладно. Еще забыла вам пожаловаться. Перед выходом выключили свет. Я смотрю, тут в районе во всем эти движки работают. Я не знаю, в чем дело. Может, какие-то работы. Мы спустились по лестнице со Шкемчиком. В парке дети гуляют, наша Джами, хорошее место. Видите, здесь только покрасили, а Мерия как смотрит. Вот такой у нас парк. Парки на каждом углу. Тренажеры, я помню, начинала здесь свое похудение с этих тренажеров. Когда Шкем уехала, я была здесь полтора месяца одна. Все справилась со всеми трудностями. Поэтому говорю, что трудностей не бывает. Можно их все решить. Главное самое, чтобы здоровье было у нас. Не так ли, друзья мои? Кармызы. Покупаем чемоданы себе на дорогу готовим. Идиус. 600 lira şu an 500 510 vereceğiz de 90 lirayla bunu alabilirsiniz. Ne diyorsun boy olarak? Bak boy daha iyi. Ama 900. Yok 900 değil bu. Bu 600 lira. 600. Ha. Bu daha iyi o 90 lira fark ediyor. Ama niye bu ucuz? Bu ucuz değil. Ucuz değil. İndirimli mesela bu normal 650 ya. Aha. Bu 500 ona düşüyor. Bu da normalde 750 600'e düşüyor. Aa, 150 geri düşüyor. Bakacağız. Купили себе спортивных костюмов теплых, пижаму, кошелек. И это очень... Ama içeriğin de gösterebilir misin? Açabilir misin? Tabii ki açabilirim. Şu masada açsam olur mu? Hı-hı. Tam detaylı bakalım olur mu? Tamam. Посмотрите. Какой чемоданчик покупаем мы. Şifreli olay var. İstersen şifreyi kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Yağmur bir şey yapamaz onu. Yağmur. Yok, yağmur geçmez bunu. Çok iyi. Geniş haznesi ve bu evet. 3 kilo. Sandalı çok hafif. Ekstra 25 kiloya kadar alıyor. 27 kiloya kadar. Hı-hı, burada için. Özel evraklarınızı koyabilirsiniz. Ayrıca şöyle açıklayayım ben size. Hı-hı. Şurada ekstra bir bölümü var. Ulaşmak istediğinizde direkt hı-hı. Ulaşabilirsiniz. Ekstra burada da bir bölümü var. Abi o da şey yapıyor, hazneyi genişletme açısından daha iyi. Yani bunu açtığımızda şurası ekstra bir bölüm olduğu için direkt bu hani ekstra ürünü aldığınızda bir daha bir daha çıkıyor. Anladım. Yani burayı rahat alabiliyor. Için. Aynen. Anladım. O tamam. İyi mi? Bizde bu problem aşkım bak. Bu çok iyi. 365 derece kendi haznesine dönüyor. Artı hem yatay götürebilirsiniz hem yanınıza sürüyorsunuz. Sonra da bizde bu problem. Nasıl yani bu? Şöyle 5 yıl garanti var. Hı-hı. Bir şey oldu mu getirin, yardımcı olur. Şimdi покупаем, друзья мои. В таком магазине мы полу. Şifreleme olayı var. Şu anda bizim şifrelerimiz şöyle açıklayayım. Sıfırla belirlenmiş. Как он старается?
şu an sıfıra getirdim. Ve tabii ki siz kendiniz istediğiniz rakam. Şu an hepsi sıfır ama isterseniz kendiniz rakam belirleyebiliyorsunuz. Bakın şöyle var şu anda. 5-16 Kasım tarihleri arasında yeni sezon ürünlerinde geçerliğin %30 indirim ayrıcalığı seni bekliyor. Keyifli alışverişler. Вообще, мои хорошие, вы видите? Какой выбрать, не знаю. Может, вообще нам большой надо такой 800. И синий тоже хороший, не так ли? Не знаю, глаза разбежались. Хорошенькие очень. В общем, решили сделать шопинг со Шкимом, поднять себе настроение. Мы решили выбрать синий. Сейчас покажу наш, чтобы и мой муж его таскал, и мы. А где он, кстати, чемодан? Нерде Ашки Малысы. Так он взяли, красавица. Накупились со Шкимом, сейчас проголодались, вот будем кушать. Я никогда не кушала курицу вот такую, да? Видите или нет? Будем сейчас кушать курочку. Я сегодня вообще не ела. Вообще покупки делать это сложно. Столько покупок у меня. Два костюма. Две блузки. Еще одни такие классические брюки. Так что вот. Это сейчас купим мы. Покушаем. Первый раз мы заказали с мужем такое. Это салатики. Это что, чорба? Суп, чорба. Посмотрите, а ну агюстерны. Кока-кола. Сыны команды стерсинами. Курочка. Картошечка. В общем, приятно. И это все стоит 60 лир. Приятного нам аппетита. Вот такая игровая зона для детишек. Ну, там мало детишек в связи с короной. И вот здесь вот очень много кафетерий, где предлагают кушать. Здесь выход на улицу, кто покурить хочет, кофе выпить, сервис. Очень большая территория. И вкусно готовят. Друзья мои, 10 часов. Мы только пришли домой. Мы так устали. Мы еле притащили сумки. Мы были в форуме с 5 часов до 10. Я покажу, что мы принесли. Смотрите, мои хорошие. Притащили все в этом нашем чемодане. Очень красивый. Я уже готова на Батуми ехать. Ну, когда границы откроют, не знаю. Посмотрите, сколько чего мы взяли. Я себе взяла спортивные костюмы. Зимние, потому что уже холодно. И Ашкым купил тоже. Взяли, Ашкым взял пижамы для дома. Короче, вот это взяла мои внучечки. Это в шапочке моим трем внукам. Я была еще обнаружила для себя такой магазин. Тут я набрала себе нижнего белья и пижамы, и теплые такие. Были хорошие акции. Два возьмешь, третий в подарок. Ну, в общем, разное-разное, друзья мои. Начиная от нижнего белья. И вот, вот такие пижамы взяла. Вот. И такую взяла пижамку. Очень красивая. Я такая довольная. Посмотрите, не буду сейчас все показывать, но как костюмчиком разного цвета. Вот это для дочки. Ну, вот это все. Одни трусы 80 лир стоит. Да. Это взяла уже тепленькую такую себе пижамку. Три пижамы купила. Три. Или четыре. А, по-моему, это с этим. В общем, оторвалась. А вот еще пижама. Я взяла 4 пижамы. А это вот.
такая байковая. И вот. Ашкин, дур таны алдым пижама. О, посмотрите. Светлана разошлась. Посмотрите. Они так уговаривают, блин, вообще. Купила ботинки. И вот купила себе в таком магазине костюмы. Такую блузку красивую. В общем, я разошлась. Очень красивые шмотки. Брюки взяла все классические. Тут вот этот вот такой костюм взяла. Это брюки с пиджаком. Так, и такой взяла костюм с юбкой. Сейчас я так покажу все. Надо развесить. В общем, смотрите. Вот. Камера показывает или нет, но такой зеленый. Вот. Смотрите. Один такой взяла. А, фирма Макс Мара. Макс Мара. Ну, здесь и другой тоже потом увижу. Так, а в полу? В полу. В полу вот такую себе накидку взяла. Как раз под мою. В общем, увидите, все на мне. Тут ремни взяли. Так, а здесь что мы взяли? А, и взяли вот... Ну-ка, взяли вот такие ботиночки. Такие ботиночки моему внучку взяли. Вот. А внучечки взяли вот такие вот. Черненькие. Очень красивые под эту курточку. В общем, отоварились. Отоварились. Обалдеть. Зимой я обеспечена. Теперь не замерзну. Тут аж спортивные, красивые в полу. Сами видите. А, вот еще я краски взяла себе. Я же краски беру из аммиака. Три штуки. Лак. В специальном профессиональном магазине. В общем, сейчас буду все раскладывать. И вот такой вот у нас был интересный сегодня день. Потратили дофига и больше. Очень больше. Много. Потому что пижамы, например, по 120 минимум, 180, там какие-то скидки 20 или 30% было. И вот поэтому набрали. Ну все. На этом буду заканчивать, наверное, видео. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал. Сейчас начала смотреть цены и обалдела. Думаю, ну почему так? Что-то мы очень много заплатили, говорят, скидки. Оказывается, смотрите, 300 с чем-то стоит... Видите, 370 и скидка 184. А я-то думала, в магазине они говорят 184 скидка. Вот поэтому у нас и вышло там около 1200 вот за вот эти вот моего мужа, посмотрите, моего мужа Ашкыма. 290, 300 лир, 150. Вот поэтому так и собралась дофига. И также эти, все остальное. О, какие они. Короче, мозги запудрили, обслуживание хорошее. Прямо она мне 50 этих пижам предлагала. У меня глаза разбегались. Конечно, разбегают, но ничего. Это для меня же не уйдет с семьи. Так что вот, сейчас нам не страшно будет. Спонсор моего канала – онлайн-платформа Gigos. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.